различным концертам и мастер-классами в Кировском районе Самары в канун Дня города открыли сквер на Ташкентской 170. О новом общественном пространстве местные жители мечтали не один год, рассказывает Лариса Казаченко. До этого на неблагоустроенной территории располагались незаконные постройки, в том числе гаражи. Самарцы решили принять участие в программе формирования комфортной городской среды «Нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект будущего сквера разрабатывали при поддержке районной администрации и департамента городского хозяйства и экологии. В итоге получилась качественная зона отдыха и развлечений. Совсем по-другому начала звучать территория. У нас уже сейчас даже есть определенные жителями наработки сделать вот здесь вот аллею памяти. У нас очень много было участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. И как бы хочется озеленить теперь уже этот сквер именно благородными какими-то сортами деревьев, за которыми мы хотим ухаживать и хотим, чтобы наш сквер приобрел еще более красивый вид, еще более значимым, удобным стал для жителей. Сквер протяженностью 200 метров занял площадь почти в половину гектара. На этой территории разместился спортивный городок, турники и стена для скалолазания. Дополнили общую картину качели и оригинальные фонари. Также были установлены скамейки и лавочки. За содержанием и порядком обновленной локации будут следить спецремстрой «Зеленхоз» и неравнодушные жители города. Инициатива граждан, она была уже давняя. На этой территории сделать сквер. Инициатива была поддержана в городе, ее включили в состав общественных территорий. После этого пошла реализация в рамках голосования. Департамент городского хозяйства, им спасибо, они подготовили такой проект красивый. Еще одно общественное место, место отдыха, оно связано с больницей Середавина. То есть люди будут просто рады. Приезжают сюда к своим родственникам, знакомым, которые... проводит время на лечении, и здесь есть время для того, чтобы хотя бы немножко как-то отдохнуть, встретиться, поговорить. Новый сквер уже облюбовала местная детвора. Для молодежи и старшего поколения обновленное пространство также стало местом притяжения для культурного и комфортного отдыха. Напомним, сквер по улице Ташкентской занял второе место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий города, который проходил в период с 26 апреля по 30 мая этого года на единой государственной платформе za.gorodsreda.ru. За обновление сквера проголосовали почти 25 тысяч человек. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.